Привет, друзья, с вами Новости ТВ. Очень рада видеть вас на канале. Если вам не жалко, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Россия отправила военную технику для учений у границы с Афганистаном. В Таджикистан приехала российская военная техника. Как объясняет государство-агрессор, это нужно из-за тревожной ситуации в Афганистане. В Таджикистан приехали 6 броневиков «Тигр». Отправили их туда в рамках договора о коллективной безопасности. 6 броневиков для отработки боевых действий отправили из Самарской области в Душанбе. На них будут упражняться военные из Узбекистана, Таджикистана и России в горно-пустынной местности на полигоне Мамирак. Их будут использовать в непосредственной близости к Афганистану. В октябре у таджикско-афганской границы запланированы 3 совместных учения: взаимодействие, поиск и эшелон. По сообщению Министерства иностранных дел, совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана продлятся столько, сколько потребуется. Спасибо всем за поддержку. На этом у нас все, до встречи. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчика.